пару слов. А как вы думаете, кто победитель? Какие фильмы? Понятия не имею. Владимир Вольфович, ну, скажите пару слов. Да. Как вы думаете, спасибо. Какой достойный фильм на этом кинофестивале? Достоин главного приза у нас? Я думаю, «Спитак». Это мы сейчас вот видим, режиссер у нас Ян Гэ представляет фильм «Нью» на этом кинофестивале. Ян Гэ, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Андрей Вудман, YouTube. А вот у вас фильм представлен, по-моему, название «Нью». Но насколько вот обыденному зрителю представляется сразу эротическое содержание такое? Это... Вы знаете, очень много хороших фильмов в этом году, и я даже честно говоря, не знаю, кого я видел. Просто, а вот песни, вот, помню, у вас группа, по группе «Стрелки». Вы знаете, не помните, не вспоминайте песни, потому что они очень хорошие, мы их все любим. Вот давайте вместе споем. У меня вышла самая лучшая песня. «Бросил меня, ты бросил меня, когда ты ушел». Всем привет, ребята, короче. Фильм «Закрытие кинофестиваля» станет фильм у нас «Идентификация». В главной роли, одну из главных ролей играл Сами Насери. Вот, больше известен российскому зрителю по таким фильмам, как «Такси». Погода сегодня не очень удалась, но тем не менее мы надеемся, все-таки увидим кого-нибудь достаточно известных, любимых наших актеров, пройдутся по этой красной дорожке. Короче, представлено три российские картины, по-моему, здесь у нас, да? Не в курсе, ребят. «Царь-птица». Я знаю про «Тенет». «Тенет». «Тренер» тоже, да? «Тренер». Козловского, да? И еще вот Ян Гэ у нас, по-моему, такая вот тоже вот девушка. Она из Пекина. В России приехала. Ну, уже живет в России 9 лет примерно. Короче говоря, насколько мне известно. У какой-то свой фильм, да, российский. Российский, вот она, фильм «Нью», короче. Название так. Еще одна российская картина у нас вот вошла. Фильм «Спитак». Это происходит действие в Армении. В 1988 году сильное разрушение, там еще такое сильнейшее землетрясение. Вот этот фильм об этом рассказывает, фильм «Катастрофа». Посмотрим, кто из них возьмет главного. Главный у нас какой приз? Святой Георгий у нас, по-моему, главный приз, да? Ну вот, народ, короче, погода удалась, короче, зонты улетают, срывает. Все, первые гости, смотрите. Павел, Александр. Самолет. Какой фильм? Вот, смотрите, это такие интересные у них наряды. Михалкова, Татьяна Михалкова приближается к нам. Порывы ветра, блин, так доносится оттуда, и все. Выключите фонтан, народ. Не, а кто придумал включить фонтан, на самом деле, в такую погоду? Я считаю, не есть хорошо. Приходи. Наши двери открыты. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а кто победитель, вы думаете, будет на этом? Английский, английский. А, вы только по-английски? Pardon? А, вы по-английски? English, да? English, да. Ну, welcome тогда. Thank you. Есть будущее у российского кино на мировой арене? Я думаю, что да. Скорее всего, да? Так, здесь мы видим тоже гостей. Это, наверное, скорее всего, какого-то... Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Здравствуйте. А вы, случайно, не фильм вот этот, который представляете «Царь-птица»? Да. А, да, вы, а как вы вам роль, который играл мужчина? Вы считаете, вы достойны победы? Конечно, достойны. Да? У меня пока победы нету. А на мировую арену выйдете с этим фильмом, надеюсь? Ну, не знаю.
Но самое главное, у вас есть, то есть развитие вашего кинематографа. Спасибо, до свидания. Александр, Александр, здравствуйте. Можно пару слов? А как вы думаете, кто, видите, какие фильмы? Понятия не имею. Вы, знаете, знакомы с программой? Знаком, но я не, знаешь, с точки зрения предсказания, это не моя история. Ну, все-таки достойны наши три фильма, по-моему, там какие-то, да, будут представлены? Там все фильмы. Я думаю, что любой фильм достоин. Раз он попал на фестиваль, он уже достоин. Это отлично, спасибо. Оля, как вы поживаете? Отлично, я лучше всех. Как впечатление? Когда мы увидим мировых известностей типа Насария? Насарий будет сегодня? Сами? Неизвестно. Скорее всего, он уже был, он был на открытии. Он ищет женщину. Свои мечты? Да. В России, но... жену русскую. Он уже больше года, по-моему, насколько мне известно, в Москве. Нет, не в Москве, а... он ищет русскую жену. А они собираются, по-моему, даже планируют фильмы снимать, по-моему, где-то, да. Где-то в Москве, по-моему, я слышал, да, такую информацию. И по Москве? В Ростове. А, в Ростове и, возможно, даже в Крыму даже какие-то там. Вот туда ездил. Ты, класс. Ну, даже я этого не знал. Изыграл. Девушка, какая прекрасная платье. Барышни какой вообще просто изумительно просто выглядят. Вообще. Они готовы пожертвовать ради красоты. Она такой даже... подход с этой девушкой. Это мы сейчас вот видим, режиссер у нас Ян Гэ представляет фильм «Ню» на этом кинофестивале. Но «Ню» переводится с китайского языка «корова». Поэтому, возможно, там есть какие-то эпизоды эротического содержания, но мы сейчас попробуем это выяснить. Действительно, это известно еще у нас как финалистка такого популярного проекта, как «Голос». На Первом канале ведет. Ян Гэ! Ян Гэ, можно вас на минуточку? Ян Гэ! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Андрей Вудман, YouTube. А вот у вас фильм представлен, по-моему, название «Ню». Но насколько вот обычному зрителю представляется сразу эротического содержания такое? Это на самом деле не эротического содержания фильм. Это переводится с китайского языка как «корова». Да. Совершенно верно. Все, я раскусил ваш плотик. Но а есть какие-нибудь моменты там эротические? Я не скажу, потом пойдете посмотрите. Это очень интересно. Обязательно посмотрим. Спасибо. А, в общем-то, у Янга мы спросили, то, что фильм, как нам кажется, эротического содержания «Ню», она главный режиссер и актриса этого фильма, да? Но на самом деле, может быть, это не заснялся бы? Надеюсь, что он снялся. Там Жириновский? А, окей. Так, мы сейчас видим Жириновского. Жириновского. Вот все, нажимай. Видим Жириновского. Давай, делай. Нажимай. Давай, встань. Владимир Вольфович. Нажимай. Владимир Вольфович, ну, скажите пару слов. Да. Как вы думаете, спасибо. Какой достойный фильм на этом кинофестивале? Достоин главного приза у нас? Я думаю, «Спитак» армянский. Очень хороший фильм. Ян Гэ, всего хорошего. Девушка, скажите пару вас слов. Кого вы хотите здесь увидеть вот на этом фестивале? Я хотел бы, конечно, Решетова увидеть. Решетова. Когда вот было 19-го, она здесь была. Угу. Но мне молодой человек говорит, она здесь тоже должна быть сегодня. Я вот жду ее. Вы хотите именно сфотографироваться с ней или взять автограф? Да, я просто... даже хотя бы посмотреть на нее. Вживую, уже. Да? Просто да, это да, ваш да. Кумир, можно сказать, да? Ну нет, не кумир, она просто не симпатизирует. А в каком она фильме снималась? Я не знаю, в каком она снималась в фильме. Я просто знаю, как ее модель. А. Как основательница салонов. Она просто модель. Она просто, да, модель, она да? Просто... Здравствуйте. А вы какой фильм представляете? Французский. Французский? Это как название, если не секрет. Как? Идентификация французская. А, идентификация, это который главную роль играл у нас Сами Насари. А он сам появится где-то в ближайшее время, да? Да. Обязательно. Спасибо большое. About the things we used to do. No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. А можем посмотреть эту камеру вашу? 2010 года. Офигеть, вот это ретро, блин. А где вы такое взяли, не секрет? А это на даче купила у бабушки. Все хорошо. У кого? Не знаю, у кого-то купила, у бабушки. Так, вот мы еще видим, девушка в красном такая приближается. Интересная.
Да, 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 мы сейчас сами на сыре, должны встретить в ближайшее время. Тебе кто-то 3D? По рации? Да, да, да. Это? Здравствуйте. А можете сказать, а как вы, по вашему мнению, думаете, кто победитель будет? Ой, не знаю, сложно. Спасибо. Это вот здесь, да? Вот это? Мария Кожевникова у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. А сами на сыре, сами на сыре, вот он идет. Тут идет целая делегация. Французы. Это французы, да? Да. Вот как раз вот из этого фильма идентификацию они представляют. Французы. Да, да, да. Сами на сыре, вот это самое главное. Ага. Таксист. А, не, не, таксист другой. Сами, welcome. О, это главный таксист, да? Да, да, да. Спасибо. Как вы думаете, кто будет главный победитель фестиваля? А, фестиваль, good, good. I love Moscow. Хорошо, заходите. Вот. Сейчас будет представлять фильм «Идентификация». Вот вся съемочная. Это что, братья, что ли, они похожи? А, возможно, но он один из главной роли играл, наверное, он и вот этот, который в пиджачке все. Такая небольшая фотосессия для наших журналистов. У нас Павел Астахов, мы видели на открытии. Да, он. А сам... я тоже был. Ага. Павел мы видели. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а какой фильм достоин Золотого Георгия? Как вы считаете? Затрудняйте, спасибо. Кто-то должен сейчас подойти. Джон Сэвидж. Как? Джон Сэвидж. А, он в каком фильме снимался? В «Приключении Вера». А. Кинский, Кинский. Настасья Кинская? Да. А вот, Настасья. Настасья! Настасья! Здравствуйте! Такая известная французская звезда. О, какая интересная шляпа. Вот он, Сэвидж. А и в фильме снимался «Упущение века» Джон Сэвидж. Ребят, скажите, а какой, как вы думаете, самый достойный фильм «Золотого Георгия»? А все много смотрели картин, представленных здесь? Вот, вы знаете, вот режиссер, вот. Лучше все вопросы к режиссеру. А какого фильма режиссер? Вот он все расскажет. А ты, кстати, тебя снимать в фильме. Лёва, расскажи, кто лучше. Да. Слушай, ну фонтан, конечно, сегодня включили, они немножко не в кассу. Они пытаются создать лето. Очень много народа. Вот мы видим опять очередной раз, как и на открытии кинофестиваля, Ирину Безрукову. Ирина, здравствуйте! Какой фильм, вы думаете, достоин Золотого Георгия? Я ни член жюри не видела всех фильмов, это сегодня мы узнаем вечером. А вы много картин смотрели? Нет, мне не удалось. Я много работаю и сместилась в кинофестивале, и в мои планы рабочие, в общем, вписалось только несколько просмотров. Понятно. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Прекрасного вечера. Безрукова нам ответила более так подробно. Ну, все фильмы, к сожалению, она не смогла посмотреть. Вы вообще другая история. А можно с вами открыть? Вот на память, фотографируйтесь. Специально вас порадует. Да, вам удалось. То есть какие-то проводники были у вас? Да, тоже съемки, да? И съемки, но об этом не принято. А, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а какой фильм, по вашему мнению, достоин Золотого Георгия? Вот из всех представленных картин вы много посмотрели? Но, к сожалению, я посмотрела далеко не все. Мне очень понравился «Нью». «Нью», да? Это режиссер Янге. Янге. Ага. Это необычный фильм такой, необычный формат, да, такой? Авторский, очень настоящий фильм. То есть советую тебе обязательно посмотреть? Обязательно. Спасибо большое. Всего хорошего вечера.
вот так вот будет интервью. Не подскажете, что за девушка? Это было Потемкин. А, это пиво Потемкин? Да. Ой, я ее не узнал. Она на открытии фестиваля была. Ну, она, знаете, совершенно по-другому выглядит. Пиво Потемкин. Я знаю, что она вещи дизайнерские создает. А, это пиво Потемкин. Точно, точно. Здравствуйте. Здравствуйте, Бел. А можно вас минуточку? Это ваш шедевр такой? Ну, конечно. Это понятно, отлично выглядите вообще. А скажите, пожалуйста, а кто достоин главного приза Золотого Георгия? Из представленных картин вы какие-нибудь посмотрели? Нет еще. Но я сейчас делаю выводы уже. Сделайте выводы. Понял, хорошо. Вот Никита Михалков у нас, да? Да. Он общается с кем-то у нас. Ну, это ведущий. А, и ведущий Первого канала. Президент этого фестиваля всего уже, да, у нас? Конечно. Никита Сергеевич. Вот там. А она теперь никому не нужна. Хлопаем, пожалуйста, со мной. О, Марат, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, какой фильм достоин Золотого Георгия вот из представленных картин? Наши оба. Это «Царь птица» еще какой-то? Спасибо. Он даже не знает, какой еще показывает. Понял. Ну, наверное, да, скорее всего. О. Владимир Львович мы увидели сегодня. Я так и думал, что он почему-то появится. Ну все, вроде так вот более-менее, ну согрелись уже, да? Сейчас пойдем потом в Макдональдс, наверное, кофеечку попьем. Сейчас, не сейчас, а через час. Через час, да? Скажи, пожалуйста, а какой фильм достоин, по вашему мнению, с главного приза Золотого Георгия? Я думаю, мы дождемся мнения жюри. Хорошо, а вы много картин посмотрели? Еще нет. Хорошо, спасибо. Я думаю, наше кино когда-нибудь выйдет на мировой уровень. Молюсь об этом каждый день. Да? Спасибо большое. А извините за глупый вопрос, а вы из какого фильма? Я дизайнер одежды. А, дизайнер одежды? Да. Понятно, спасибо. Не видно разве по одежде. Я с другой стороны картинки, я художник по костюмам. А, я сразу догадалась. Здорово. Ну, у вас интуиция женская. Нет, я по костюму сразу. Да? Эта девушка у нас, мы у нее брали в прошлом раз на открытие кинофестиваля интервью при выходе. Телеканал 360 у нас. Фабрика звезд. Забыл, как ее? Александра? Александра, здравствуйте. А скажите, можно... Ой, сейчас, извините. Пару слов скажите. Вот как, кто достоин, как вы думаете, главного приза Золотого Георгия? А, вы знаете, очень много хороших фильмов в этом году. И я даже честно говоря, не знаю, кого выделить. А как вы думаете? Я очень мало, к сожалению, посмотрела. Мало посмотрели, поэтому, да? Ну, поэтому... я надеюсь, что российское кино я выйдет очень когда-нибудь. Надеюсь, да, конечно. Да. Спасибо, всего Шах. Хорошего. Шах, ты одна? Прекрасно выглядите. Саша Савельева решил попозировать для фотографов. Ой, нелегкая эта работа. Такой холодильник, да еще так раздеваться. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, пару слов буквально. Пару слов. Я вас люблю. Отлично, спасибо. Хороший вечер. Бывшая участница легендарной группы «Стрелка». Юлия Беретта, да. Юлия, здравствуйте. Можете сказать пару слов буквально? Да, как вы думаете, кто достоин главного приза от Золотого Георгия? Вы знаете, мне самой это очень интересно, потому что много хорошего кино. Вот, я его так посмотрела, потому что у меня было катастрофически мало времени. Но вот очень интересно. Я да, а вот еще скажите, пожалуйста, а вот песни вот помню у вас группу по группе «Стрелки». Вы знаете, не помните, не вспоминайте песни, потому что они очень хорошие, мы все любим. Вот давайте вместе споем. У меня вышла самая лучшая песня, дикая. Учите текст, и в следующий раз обязательно. Ты бросил меня, ты бросил меня, когда ты ушел, я осталась одна. Добрый вечер. Пожалуйста, одну фото. Да, снимайся на видео. А вы с какого фильма, если, извините за глупый вопрос? Из Америки, Лос-Анджелес. Отлично. Как вы считаете, достойный, кто будет главного приза у нас? Золотого Георгия. Ой, даже не знаю. А вы посмотрели? Как решит Никита Сергеевич уже. А вы посмотрели сами лично какие-нибудь картины? К сожалению, не успела, но надеюсь, что успею ознакомиться сейчас коротко. Очень мало времени было. Спасибо большое. Скажем, на этом, ребята, наш кинофестиваль, наверное, уже подходит к концу. Всем пока. Немножко подзамерзли, конечно. Но в следующий раз, я думаю, будет теплее погода. Наверное, в следующем году будет, как обычно, проводиться где-то числа 20 июня. Кинофестиваль на этих забытий с ковровой дорожки красной. Закрытие кинофестиваля. До скорых встреч, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки.
Thank you.